Да, ребята, ну что, здравствуйте. Все у нас, ну, такая, знаешь, среки очередная. По фрипару, потому что я что-то подумал, типа, блин, все, ты без предыкаться уже. Но нет, это не опять то, что там, занимается, нет. Уже буквально 2 дня прошло после того, как я снял все по обратке, так, дендритин, мерц, кейс, чего. Вот не люблю я вот эту херню, движется вопрос. Окончательно, книжку прям нормально, ты знаешь, прям супер отлично. А не вот это на 3 дня. Что-то мне не особо это все нравится. Так, сопитя, забираем. Вот что такое? Подожди, я праздник. Окей. Вместе с этой традицией войти во фрипэр и так далее. Да, будет, естественно, то, что это не один и тот же день, потому что у меня не было бы столько много образов. Так далее. Третья, пока ничего. Что-то закрыто. Хорошо. Так, и начинаем. Тут, честно говоря, я прям не надеюсь на победу никакую. Решил что-нибудь. Я правда не надеюсь. Вот здесь все заберу. Это будет вообще шикардосик. 18 грамм. До сих пор голова идет. Надо вас отпустить. Как у меня получилось такое, что... Уровень упал на несколько... Как? Понятно. Тут есть один момент, смотрите, казалось бы, телефончик, да? Телефон. Труба. И чисто херофон. Ну, этот херофон, да, видите, вот это вот. Серьезно? Это твоя iPhone, это iPhone 3. Битва. 331, да, наверное. Вау. Samsung Galaxy 12. Но... 12 приглашенный бейкон. Ладно. Давайте прошу, так это у меня уже там начинается. Вовсю. Так, куда нам надо? Давай на Марс Электрик на первую. Я пришел туда. Там как раз, возможно, рядом будут сейчас как. Уровень всякий. Пожалуйста, только на дно. Там бабки. Хотя бы так. Хотя бы так. У нас неподалеку отсюда вот есть еще пару. Ну и магазин, естественно. Как раз таки за комиссаром. Это у нас такое было. Блин. Так, стоп, подожди, а я еще не все. Давай побыстрее. Да. У нас есть пушка. Это уже хорошо. У нас есть пушка. О, это то, что нам надо. Так, я ничего не понимаю. А, вот это.
Ясно. Так, что делать пока непонятно, но больше интересно. Так, где у нас еще магазин рядом? Шинник. Правильно, там. Так, сейчас несемся просто туда, куда нам нужно будет. Главное не попасться на то, что нам не нужно. А тем временем, чтобы вы понимали, на канале мистера Писта 304 миллиона. 304 миллиона. Кто бы твою мать об этом додумался? В принципе, это очень много, ребят. Это очень много. Зона идет, зона идет. Теперь, как я понимаю, что я херень добился до основного. Ну, перестаю сейчас прям быстро. Тихушка. Так, нам надо сейчас садом валить. Там кто-то есть. Ну, я взял вас, я взял. Это раз таки рядышку. Он так бегал, тут бедный чувак, блин. Кто? Он смотрит. Снайперка, она нам в принципе вообще не нужна. И автомат калаш, естественно, я это возьму. Так, мне сейчас магазин где-то внутри, да, я капельно. Здесь купить. Да ладно. Это твоя мать не хер. Сейчас надо быстрее. Берем сейчас ташку и просто летим прямо до упора. Yeah.
я сейчас расшибал. Что за лаги нахер, непонятно. Так, F1. Уровень 4 уровня, неплохо. Уровень 3. Бесплатно. Бесплатно. Нет места, правда. Тихо. Трипл килл. Lottery kill. Нет, я сумма точно многих не убью, но интересный момент. Здесь прям их раз. Быстро чинится. А с 13 игроков еще. Чувствую, как ты хренова на самом деле, если честно. Сейчас постреляю твой опыт. Так, один готов, мы залетаем. Да, опасно, брат. Так, мы рядом. И все. Да, все. Так, хорошо. Прям становится на грани опасно.
это невозможно. То есть постоянная победа. Мы сейчас платину заберем, да? Я как понимаю. Золото 4 и... платина. Я просто фиксирую. Ребят, я просто фиксирую, потому что... Да бред. Ну то есть как вот... Я бы так сейчас сделал и... Готов, естественно, но... Да, еще то, ёлки-палки. Просто бред. Я ж говорю, что запомни, что я забрал платье. Я же помню, что я забрал платье. Идея, а где она, куда она попала, Чин-Чин-Пене. Предыдущие 22. 74 очко. Охренеть. 13 килов. Уже что-то неплохое там, на самом деле. Пришли третье место. Скорее всего, где-то я там что-то подосрал. Мало убивало. И нифига, неплохо так. Я вообще в шоке. С первого раза советовался. Ладно, бабушка. Теперь. Открываем вас. Оставляем. 25. Вот теперь у нас действительно здесь плат. Вот теперь наша задача добраться до... более красненьким. Такого-то. Нет, не красненьким. Более дорогого ранга. Вот прям там разница все подряд. Это все, ребят. Просто подрастать лайки. Все эти комментарии, как будто сами подписывайтесь на канал, если не понравилось. Смотришь, смотри, лучше, не пропускай свежие сферы. Да, встречу с вами дальше. Все. Пока, друзья.